У Геральта было много прозвищ, взять, например, Белый Волк или Мясник из Блавикена. После встречи с Ольгертом фон Эвериком ведьмак разжился еще одним – кошачьи глазки. Так обращалась к нему одна бесцеремонная молодая особа, которая вообразила, что именно Геральт найдет убийцу ее приятеля Клюйверта. Что ж, вот такое задание роза на красном поле. Пойдем выполним его и посмотрим, к чему все это приведет. А это канал Old Lux Hut, кстати, подпишитесь на молодой канал, поддержите, ребята. Ну, пошла. Заходите на стримы, и там мы с вами пообщаемся. А еще будут розыгрыши игр, тудым-сюдым. И может быть даже рисунки по вашим задумкам. Какие-то в легком мультяшном стиле. Такое на канале у меня тоже присутствует и приветствуется. Я как раз пополняю шапку канала задумками своих подписчиков. Она почти заполнена, но еще местечко там осталось. Что ж, мы пришли. А тут гули гуляют у нас. Ну, сейчас мы с ними разберемся, я думаю. Есть. С гулями покончено. Узнать больше об убийстве Клюйверта в деревне Луковец, используя ведьмачье чутье. Запах реагентов. Это что ж тут такое готовили? Запах реагентов. Поправимся к адвентским стаутам, пожалуй. Ага. Знакомый запах, кажется, это Фиштах. Оборудование вывезли, осталось только негодное. Фиштах, видимо, торчочки здесь тусили. Селитра. Чьи-то следы, записка. Ну да, наркотики убивают. Клюверт, братан, будь начеку. Кое-кто заинтересовался твоим бизнесом, они хотят сделать тебе предложение, от которого трудно отказаться. На твоем месте я бы его принял и свалил куда подальше. В Зериканию, например. Родрих. Что ж... И вот он, видимо, свалил в это окошко, что ли? Открытое окно, след сапога на кровати. Кто-то торопился. Кто-то торопился. И куда же он торопился? Следы ног неровные, кто-то бежал туда. Ну давай пойдем по следу. Здесь он задержался, спрятался, потом побежал дальше. Так. Идем дальше и мы, значит. Ага. Шрам на лбу. Похоже, это Клюйверт. Болт в спине. Вошел глубоко, значит, стреляли с близкого расстояния, со стороны деревни. А вот и наш дружище Клюйверт. Что ж, он приказал долго жить.
Выискать следы человека, сделавшего выстрел, используя ведьмачье чутье. Что ж, давай поищем следы этого убийцы. Сори, игра свернулась почему-то. Так, да откуда же его убили-то, я понять не могу. Из стога сена, может? Ага, вот. Нет. А, да. Болт от арбалета и глубокие следы ног. Стрелок, похоже, был в тяжелых доспехах. В тяжелых доспехах. А это значит, надо подготовиться к серьезной битве, видимо. Но сначала грохнем пару утопцев. Так, используем масло, я думаю. Не знаю, может это масло тоже поможет, но... Вряд ли. Это же утопцы, а не трупоеды. Что, драться расхотелось? Вот так вот, кишки наружу. Что ж, идем по следу дальше. Идут в сторону пригорка, а там явно кто-то есть. Так, идем дальше. Не знаю, как-то далеко. Может, стоило поехать на лошади? Хотя вроде пришли. Собственно, вот избушка на курьих ножках. Есть кто дома? И, видимо, нет. Дневник Перуна. Облутаем этот домик, пожалуй, тоже. Лошадей бросили здесь, как я посмотрю. Три лошади. Их, видимо, несколько человек. Но нам надо найти еще какие-то следы. Ага, записка. Приказ атаковать Луковец. До меня дошли слухи, что заброшенная деревня Луковец обрела новых жителей. Банда обычных головорезов захватила ее и начала производство фиштыха. Мы не можем этого допустить. Ясно.
Нужно обыскать лабораторию. А это находится вот здесь. Что ж, берем плотву и в путь. Берем плотву и путь. Ну что, паскуда? Эти существа нас пока не интересуют. Так что поехали просто по заданию. Ага. Собственно, вот и лаборатория. Это, видимо, и есть убийцы Клюверта. Риданские солдаты. У Ордена Пылающей Розы новая резиденция? Небогато. Слушай, ты, приблуда, не знаю, что ты тут делаешь, но вот тебе совет. Иди, откуда пришел. Ну, чё ты тут торчишь? Морду тебе отполировать? Мне не нравится твой тон, дядя. Не нравится мне твой тон, братец. Да, а ведь я был вежлив. Ну, раз вежливость тебе не по нраву, тогда попробуем иначе. Ну, давай попробуем. Сейчас все кончится. Иди, иди сюда. Цып-цып, гули-гули. Ну? Ах ты, сука. У него чары. Опять задели, вот сука. Вот именно, сейчас все кончится для вас. Ржавый ключ, меч Пылающей Розы. Рыцари Пылающей Розы. Так, замок открыт. Лаборатория производства Фиштыха, да? Что ж, ну давай накроем этот наркопритон. Мужик, ты... С тобой все в порядке? Так, развесили. Фиштых подсушивают, видимо. Что? А ты что за дьявол? Я ведьмак, или как чаще называют меня твои собратья, выродок или мутант. Тебя здесь быть не должно. А рыцари Ордена Пылающей Розы не должны убивать людей и заниматься наркотиками. Да, это верно сказано, по всей видимости. Верно. Мы не должны. Мы должны защищать угнетенных. Нести веру и вечный огонь. Но Родовид обманул нас. Он нарушил слово, послал братьев на фронт, как простых солдат. А когда орден истек кровью, просто распустил его. Он занял наши земли и забрал ценности, чтобы вести свою войну. Тех братьев, кто не протестовал, сделал охотниками за колдуньями, а тех, кто осмелился перечить, изгнал или бросил в темницу. Нас осталась горстка. И мы должны были искать себе новое место в этом мире. Откровенно говоря, мне насрать, да, это точно.
Мне на эти ваши жалобы и на вас насрать. Да так, что потребуется шахтеры из Махакама, чтобы потом до вас докопаться. Вы преследовали других. Теперь преследуют вас. Вам выпало именно то, что вы заслужили. Ведьмак-моралист. Забавно. Мне кажется, что я тебя уже где-то видел. Я узнал тебя. Ты Геральт из Ривии. Ты убил Якова из Айдерсберга. Так и есть. И сделал бы это снова, если бы понадобилось. С этого началась наша гибель. С тебя, проклятый мутант! Бери свой меч! Не кричи. Достаточно вежливой просьбы. Что это может быть? Да, их много. Да еще и арбалетчик, с которым надо разобраться, я думаю, в первую очередь. Да хорош! Так. Хватит болтать, к бою! Они тут точно все обдолбанные. Сейчас сдохнешь! Сдохнешь! А как вам бомбочки? Иди, иди сюда. Еще один арбалетчик выискался. Нет, главное, не умираем. А вот так мы поступаем с трусливыми лучниками. Да сука. Так, еще трое. Ульрих. Лови бомбочку. Иди, иди сюда. Ну все, теперь мы с тобой один на один, дядя. Что, драться расхотелось? Вот так вот, располовинили дядюшку Ульриха. Остается только отправиться к заказчице за наградой. Ну и облутать здесь все. Это была потная драка.
Но тем самым интересно. Так, перевес, это нехорошо. Для цели, до цели наказателей в путь за наградой. Шевелись, плотва. Так, я проехал целеуказатель, по всей видимости. Ну ж, пойдем получим нашу награду. Держись от меня подальше. А вот и Адель, что дала нам этот заказ. Твой друг отомщен. Я так и знала, что ты это сделаешь, кошачьи глазки. Ну, рассказывай, кто за всем этим стоял. Орден Пылающей Розы. Это были братья Ордена Пылающей Розы. И что ты с ними сделал? Жёг их раскаленным железом? Выколол им глаза? Посмотришь на моем канале, что я с ними сделал. Нет, я просто их убил. Эх, такой красавчик и такой скучный. Вот тебе, кошачьи глазки, твое золото. Купи себе на него пару унций куражу. Что ж, задание выполнено. Роза в красном поле. 62 очка опыта всего-навсего. И 200 крон. Черт, оно того не стоило. Что ж, а завтра на стриме мы будем ходить дальше дополнение Каменные Сердца и отправимся к Ольдрику фон Эверику. И сообщим ему о выполненном задании. То бишь его первом желании. Что ж, всем спасибо. Заходите на мои стримы. Поддержите начинающий канал лайкосиком и своим присутствием в чате. И прибудет с вами сила. Ну все, адиос, господа.